Вот сегодня мы, еще раз хочу сказать, живем в это очень непростое время. И поэтому наша молитва сегодня особенно о главе нашего государства, о верховном главнокомандующем, о Владимире Владимировиче Путине, на котором лежит особая-особая ответственность, а также над всеми военачальниками и теми, кто во власти, чтобы Господь умудрил, укрепил, вразумил, оградил от грехов и от ошибок –